Всем привет! Сегодня сходил, купил на 150 рублей вот такие вот лотерейки, 5 штучек. Так, давайте попробуем их разыграть и что-нибудь выиграть. Итак, хочу сказать о правилах. Надо, чтобы в каждой строке совпали все одинаковые были символы. Вот, если совпадение есть, то мы выигрываем. Итак, приступим. Первый билетик. У нас не совпадение. Так, ничего, мы не выиграли, совпадений нету. Так, ну давайте попробуем где написано не стирать. Что там написано? Тут написано 0 рублей. Так, продолжаем. Второй билетик тоже без выигрыша. Опять без выигрыша. Что-то какая-то лотерейка не очень хорошая. Ничего не можем выиграть. Вот по 2 совпадения есть из 3. Так, давайте попробуем последняя лотереечка. Снова ничего у нас нету. Итак, все, как вам известно, уже у нас все, бюджета больше нету. Мы уже в минусе. Мы до этого были уже в минусе 125 рублей. А сейчас мы потратили сколько? 150. То есть мы в минусе 275 рублей. В принципе, нужны денежки. Под видео оставлю ссылку на кошелек WebMoney. Так что, друзья, кому не жалко, там 5 рублей, 10 рублей, да, присылайте. Буду очень вам благодарен. Пишите только, кто от кого имя. И если есть у вас канал, то на канал тоже ссылочку оставляйте. Я все под видео оставлю ссылочки под видео и расскажу про ваш канал. Так что, друзья, до новых встреч. Будем копить денежку и покупать новую лотерейку для нового выпуска. Всем пока, до новых встреч.